Всем привет! Вы на канале «Из Эстонии с любовью». У нас раннее-раннее утро, воскресное. Сегодня прощенное воскресенье и последний день Масленицы. Я у всех прошу прощения, кого, может, как-то обидела где-то словом. Ну, скорее всего, словом. Как я еще могу? Ну, прошу у всех прощения, если кого-то когда-то обидела. По традиции, в масленичную неделю все делают блины, но я их не делала. Ну, не делала. И муж уже мне вчера заявил, что «А где блины?» Я говорю, ну давай завтра. Но блины буду делать не как обычно. Вы знаете, кто следит за нашей деятельностью. А обычно блины я делаю на воде, на кипяченой или на минералке, потому что на молоке или на чем-то другом у меня не получается. Сегодня буду делать блины по рецепту подписчицы, которая написала в моем ролике 4 стакана про тесто для пельменей, что есть тоже тесто для блинов, которое называется 4 стакана. И эти блины будут по другому совершенно рецепту, нежели делаю я. Давайте посмотрим, что у нас получится. Какие будут блины, она предупредила, что будут очень-очень тоненькие, потому что тесто будет очень-очень жиденькое, но вы не пугайтесь. Так что давайте сегодня готовить блины по новому рецепту, необычному для меня. Но я думаю, что рецепт будет очень вкусный, потому что там очень вкусные составляющие. Поехали! Стаканчик молока из холодильника. Ну, я почему-то люблю с тестом работать, когда комнатной температуры жидкости. Так, сейчас насыпем муку. Тоже вот в такой же стаканчик. В такой же. Кружечка. Вы тоже сейчас будете мне делать замечание, что и тесто у меня сегодня будет называться 4 кружки, а не 4 стакана. Потому что пользоваться я буду кружками. Ну, если кому-то это принципиально, кружка это или стакан. Так, насыпаем полную кружку муки. Так, для всеобщего спокойствия я муку просею. А то ведь опять сейчас полетят гневные комментарии. Ну, послушайте поваров знаменитых, которые сказали, не обогащает просеивание кислородом. А за столько лет жизни в Эстонии никогда не находила в муке или крупе червей. Поэтому вот чистое сито, но мука просеяна. С утра охрипшая. Добавим соли немножко. И сахара. Ну, смотря какие вы будете делать блины, сладкие или не сладкие. Мы просто со сметаной едим, муж с вареньем. И начинаю в муку вводить жидкие составляющие. Я не люблю жидкость сразу вводить в муку всю. Я люблю потихоньку. Вот здесь одна жидкая составляющая – это вода. Здесь у меня минеральная. И молоко. Сначала вольем молоко. Без разницы, что вы будете вливать сначала. И потихоньку перемешиваем. Так. Перемешали. Сейчас немножко отставим назад, чтобы вам было удобнее видно. Здесь у меня кружка из-под молока. И в нее сейчас будем вбивать яйца столько, сколько войдет в эту кружку. И пятая войдет. 5 яиц будет, небольших. Вот так вот. Все. Все. И отправляем сюда всю кружку с яйцами. Эта кружка нам больше не нужна. И сейчас добавляем воду. По чуть-чуть. Растительное масло.
Ну и вот, и получилось у меня 4 стакана теста. 4 кружки. Кружка муки, кружка яиц, кружка молока и кружка воды. Ну и все, как любое тесто, должно маленько постоять. Пусть постоит. Мука немножко разбухнет, расклеится. Я люблю, чтобы тесто на блины немножко постояло тоже, как и на пельмени. Все, немножко подождем и будем лепить. Лепить блины будем. Ставим сковородки. Одна будет маленькая, одна большая. Блины люблю делать вот этой вот маленькой поварёшкой. Маленькой из-под этого мультиварки. Тесто получилось такое достаточно жидковатое. Но мне женщина писала, что... Так, что тут? Что да, покажется, что жидкое, но говорит, что блины будут тоненькие. Так, я как-то плиту задеваю. Убавим. Так, тут тоже так хорошо раскочегарилось. Да, тесто такое пожиже, и хватает одной поварёшки вот на эту вот сковородку. О, аллилуйя! Блины у меня отходят. И я даже понимаю, в чем причина. Причина в большом количестве яиц. Обычно я кладу 1-2 яйца. А здесь, да. Так. Вот вам и на молоке. Все дело в яйцах. Все дело в яйцах. Это тоже. Даже можно поменьше брать на маленькую сковородку. Но я вам так скажу. Блины прям пахнут яйцами. Прямо запах яичницы или омлета стоит. И поджариваются вот, как омлетик. Смазывать маслом будем каждый. Все как обычно. Это я, видимо, немножко плохо размешала комочки. Чуть-чуть есть. Сегодня, кстати, прочитала. Не знаю, правда это или нет. Почему говорят первый блин комом? Потому что раньше первый блин в масленицу отдавали просыпающимся из своих берлог медведей. А медведи якобы называли кома. То есть первый блин был как бы этому комом, медведем вот этим вот. В общем, это не то, что первый блин должен быть комочком. Не комом, а комом. Именно этим медведям, просыпающимся. Представляете, это надо было сделать блины и бежать куда-то в лес, в берлогу, комов этих кормить. Вот такое вот. Вот такое вот это предание. Я не знаю, правда это или нет, напишите. Может, кто-то знает. А может, это так, фейк. Первый блин комом. Ну, мы не у нас и не комом получился. И не комам получился. Ой, ну прекрасно. Блинчики тоненькие. Тоненькие, прямо тоненькие. И достаточно одной поварёшки. Получается.
Какие блинчики тоненькие, ребята, получаются. Тоненькие, нежные. Никаким комом мы их отдавать не будем. Знаете, как раньше эту женщину-девственницу относили на съедение этому дракону. Такие у язычников, видимо, тоже было. Жертвоприношение, вот эти вот блины просыпающимся медведям, которые назывались комы. Почему они вдруг медведями стали, не знаю. Но были комы. Так. Тонкие, прямо тонкие. Прямо тонюстенные. Ой, какая прелесть. Слушайте, как мне понравилось это тесто. И блины даже, знаете, какие больше получились? Сейчас скажу. Меньше углеводов, меньше муки, молоко, яйца, белок. Белок, больше белков и жиров. Будем так считать. Какие тоненькие, ой, какие тоненькие. Обычно, ну, ждешь, пока там прожарится. Обычно у меня потолще блины, а эти раз. Прямо вот. Как говорится, без монтажа. И я всегда как-то, и мама тоже, мы добавляли в тесто немножко соды. Причем соду добавляли, когда блины едим вот так вот, без начинки. Когда с начинкой, соду не добавляли, чтобы они были без дырочек. А вот соды, они с дырочками. Вот эти вот подразумевают начинку, конечно, но начинки не будет. Горки блинов у меня, конечно, не будет. У меня был стакан-кружка маленького размера, грамм 150, поэтому мы делаем на раз. Тут, наверное, даже на два будет. Тонкий, он даже лопатку видно сквозь него. Все, теперь этот рецепт теста будет в моей копилочке. И не надо мне говорить, что какой-то там Самвел или Ваня или Вася делают такой рецепт. Мне этот рецепт написала подписчица под роликом, где я делаю тесто для пельменей. Так что это не плагиат, это мне подарили рецепт. Вот так вот. Не забывай. Не забывай наш теплый вечер. Не забывай. Не забываем края хорошо смазывать. Края, как правило, начинают сохнуть. На-на-на-на. Так, все, еще два. И прямо горка у меня сегодня получилась блинов. Вроде тесто тот же объем. Ну все, сковородочка чистая. Я ее просто салфеткой вытру. Крошки смахну и все. Так вот. Вишневая. Только я не помню, с косточкой там или без. Сейчас посломано на долго. Да, конечно. Вроде без косточки, да? Наверное. Если на крышке не написано, что с косточкой, значит без косточки. Тебе не надо? Мне нет, я без варенья. А мне не надо, я буду в тарелочку макать. Сегодня блины тоненькие, притоненькие. Я таких никогда точно не делала. Сюда положить? Да, мне сюда положи пару ложечек. Ну давай, я вот жду твой вердикт. Ты читал, что говорят первый блин комом? Комы это медведи. Что хотели их задобрить. И первый блин, когда они просыпались, как раз масленица, и первый блин кому этому отдавали. Или коме этой. Это блин, был как медведю. Я первый блин мужу. Я знаю, Наоми.
Наоми, Наоми, да. Ну Наоми все знают, ладно. Нет, давали. Нет. Так, муж тут себе уже накручивает. Вот ты же не так обычно делаешь. Ты же туда себе вовнутрь всегда накладываешь вареницы. Так вот тут ухаживает. Всю неделю блины у меня просил. Ну, наконец-то. Наконец-то. Это знаешь как, малоуглеводные. Тут в основном... С кабачков? Нет, с каких кабачков? Это белковые в основном. Тут этот... А я думал опять кабачки. Нету тут кабачков. Тут молоко, яйца и стакан этого. Ну, давай. Вот так вот. Он вот так вот себе всегда делает. Вот тут вот... Вот такую кашу-малашу делает из сметаны с вареньем. Мне кажется, блин не выдержит этой тяжести. Туда надо макать, потому что они очень тонкие. Мне показалось, у них запах очень яичный. Знаешь, как тонкий омлет получился. Вот так вот, видите? Поедают, как у нас тут блины в Эстонии. Вот так вот его там заматывают, запеленывают. Обычно там я... Кладу и корку. И корку красную, обычно. Да. Ну, расскажи. Ну, блин и блин. Блин и блин? Да. Как и я делала на воде. Да. По вкусу то же самое, да? Да. И я такие же тоненькие делала. Но... Наверное, у тебя лучше были. Да, ну да. Ладно. Вкуснее. Ну хорошо, а это не у меня. Это у тебя. Тоже не у меня. По твоему рецепту. Ну ладно, будем на воде делать. Хорошо. Ну все, всем пока, мы завтракать. Да. Всем пока. До скорых встреч. И вам приятного аппетита. И вам. Сегодня масленица, сегодня прощенное воскресенье. Надо у всех просить прощения.